Здравствуйте, снимаем видеообзор на Xiaomi Redmi Note 11 Pro 8128. Давайте начнем с комплекта. Вот коробка, оригинальный блок, 67 Вт. Вот такой вот. Может, переходничок будет. Переходничка нету, к сожалению, в комплекте. Ну, думаю, не проблема. Во всех магазинах аксессуаров есть. И мои сходятся с телефоном. Попозже покажу. Вот коробочка, коробка, документы, пленка, чек от гарантийный талон. Вот 16.05.22. Но уже гарантия, к сожалению, закончилась ровно. Сколько? Ну, чуть-чуть недавно. Вот куплен был у нас в городе, в Красноярске. Чехол в комплекте идет. Еще вот такой матовый с отодвигающейся камерой. Так. Трещина на защитном стекле. На защитном именно. Вот стекло защитное. Сейчас ноготь ставлю. Вот на каток у меня врезается. Под экраном все хорошо. Если честно, это телефон моей знакомой, которая продает его через нас. У нас есть функция реализации. Телефон пользовались очень аккуратно, в ремонте не был нигде. Сейчас сверю вам серийнички. Девятьсот сорок восемь, семьдесят восемь, девятьсот пятьдесят пять, семьдесят восемь. Давайте по самому аппарату. Аккумулятор держит прекрасно. Speed Charge, не турбо. Мишная зарядка просто. Тоже своя. Вот только сим-карту ставлю сейчас. Предварительно он уже там. Вот все, сразу связь появилась. Сейчас по корпусу пробежимся. Есть незначительные потертости из-за того, что из-за чехла. Гнездо не расшатанное. Трещина именно на защитке, то есть при получении, если все-таки купите его, снимите, то есть и будет нормальный экран. Вот еще раз вам показываю, что здесь стоит защитное стекло по всему периметру. Функции полноценно работают. Можно обновить до последней мелодии, вроде как вышло. Ми аккаунт отсутствует. Вообще какие-либо аккаунты отсутствуют. Камера очень хорошо работает, полноценно. 0.6 съемка. Фронталка тоже. Так, с камерой. Фонарик работает.
Wi-Fi модули. Все, Wi-Fi модули работают, Wi-Fi ищется, значит, все хорошо. Bluetooth. Не знаю, найдет, может, что-нибудь. Странно, уже на айфоне то, что не видит. Вот у меня ради минуты не успел сразу видать. Вот айфон OG, я. Wi-Fi модуль работает. Блокировки. Здравствуйте. Так, погоди секунду, я это снимаю. Так, сейчас позвоню, микрофон на динамике. Покажу, что исправно. Трубку оставить хочешь? Здравствуйте. Ожидайте. Поднесу, чтобы услышали. Раз. Раз. Все, микрофон динамики исправно. Если еще какие-то моментики вам будут интересны, скинете повторный обзор. Либо можете позвонить на филиал и задать устно. Ну, всего доброго.